Өтекін нәбігіңі беріптігер, кейін қораққа Елизавета Юлиевна келі пелі атын сүгер, сүйірбі алтыс немірдәң асқолаға қалдетті бұд. Асқола хенен үрдәу чүгей музей үлілер, Антонина Федоровна Голышко атын сүгер, асқола музейі ұхық елін округқа бастың музей атын сүгер. Бүгінгі беріптігер музей үлетен қамнығын бейі қасырдатыға, музей сәбедісіға Христина Ивановна Чусовская өтекінінен. Дараваларо. Христина Ивановна, жабу музей бұд үлетін қамнаған тұғынан кепсе қабе егір әчір бігер. Бігі музей бұд үкітігін жәйтті Аллаққа олсағынаға директор бұд Татьяна Даниловна Недосикова көғіләңінен аллы бұда. Аллы бұда. Аллы бұда онтан бастығы музей салай ачынан Антонина Федоровна Глушко үлелі бұда. Олеген бұл үкітігінші үрбі Аллаққа ұсқолығы теттон сұрлақ юбілейгер Антонина Федоровна атын өріләқті музей бітігер еңір бекпейт. Музей біз сүрін қайысқатынан болар ұсқолығы историетін кәпсәйін оғылырғы білейінлер әйін бұл ұсқолығы директордара, ұсқолығы білер көстер сетегілік, үләләк, ветераны чұталылар, Осколаны бітәрбі выпускниктар бұд, үлелерін қамнастарын, өріқтарын, сетейлерін тұғынан бұл витриналарға әлбәқ материал, документ қаралылан сұталар. Музей біт бір сүрін экспозициятынан болар, помним, гордимся, благодарим. Бұл экспозицияға ағадайдыны ұлыңыз әрітігер күттіс бұл бетерәнлер тұстарынан әлбәқ документтер, кепсі кенгелер, статиялар, экспозиция оңағылан тұрар. Бұл экспозиция бігі олар бұдын дайдылырғыр берінейлік, әрелілік, патриотическай тыңы қаңы өретер. Помним, гордимся, благодарим. Это раздел «Гордость музея». Тут выставлены такие экспонаты, как медали, ордена, личные вещи, гармонь, баян, аккордеон, а также письма с фронта участников Великой Отечественной войны. Тут вы найдете много литературы, газеты, книг о войне, героях ветеранов. Тут оформлена экспозиция об учителе-ветеране, общенникове Валентине Афанасьевиче, учителях школы и округа. В 2015 году был создан ПИК «Красный следопыт» из ученического актива музея. Следопыты выходили тимуровской помощью, проводили уроки мужества, а также собрали два документа участника Великой Отечественной войны. Андреева Дмитрия Афанасьевича Хатаса, Бачкурева Ильи Сергеевича, Усть-Алданский район. Для увековечения имен ветеранов на мемориальной доске в городе Ржев, Подмосковье. В киностудии «Следопыт» было снято множество фильмов о войне и героях-ветеранах. Пять из этих фильмов бережно хранятся ГКУ РСЯ Госкинохранилище. Мы с 2018 года продолжаем работу клуб «Красный следопыт» по проекту «Никто не забыт, ничто не забыто». По поисковым интернет-сайтам выявили более 20 судей без вести пропавших и не вернувшихся домой якутян. Мы узнали, где бережно хранятся тела наших земляков в годы войны. Внуки и правнуки обутого Иннокентия Павловича съездили по его боевым путям в далекий Краснодарский край, чтобы почтить светлую память и отвести землю из родного Аласа в хуторе Крикуна Славянского района Краснодарского края. А близкие Байшу Егора Семеновича, Семена Алексея Кычкина, 9 мая 2019 года съездили в город Ленинск, Волгоградскую область, чтобы почтить память на братской могиле. Они в нашем музее привезли землю из этой братской могилы. Память о войне живет в наших сердцах, в сердцах молодого поколения. Мы должны гордиться подвигами участников Великой Отечественной войны, так как каждую семью опалила война. Помним, гордимся, благодарим. Музей бітігір арас кружоктар үлелілер. О кружоктарға начальник класы олыра, онына 7-10, 11-10 класы олыра жарттан алыр. Бұл кружоктардан ғамай сүрін кружок болар бігене күхіл ходжы күлуба. Болар олар күхіл ходжы тоғылар. Иті күхіл ходжы тоғылар мен ұскола өрінің ғаджамын нұрбалуғыр ақан ұскола тұғар бәйімеме күхіл ходжы тетім. Учуталым Герасим Иванович Василиев терген үлелек біте. Ол патриотическай күлупын маңна халғарығын бұл. Екі түгінші 14 жылға ғылы бұта.
Теребин, клуб летен тунан Артем Салан Капсере. Бастыгы сол жуттар 2019 жылда хаверден битеннер билин уже студеннер. Кинелер битереннерге жедегре тиеннер сырдык өйдөбүлөрүн билектеннер үрдүтөлөр этилер. Кинелер билеген 5 кинелере республиканскай госхранилишега баалыр. Хомуёк хэм билеген битереннер агаятылыр. Оле хэм бихеге тыл битереннери кытта, онна сири оғылырын кытта себәсті хэвид. Көрсүйлері тереячі бет. Интернетінің сұрағы соқ сүппет байынайдыры. Байбой соғыларын көржан болан жанларға көмілі хөбет. Мы с 2018 года продолжаем работу Куба «Красный следопыт» по проекту «Мой прадед – неизвестный солдат». В Якутии из мобилизованных 62 509 человек половина не вернулись в родные Алазы. Из половины не вернувшихся домой 7 тысяч пропали без вести. По адресам поискового интернет-сайта вывели о судьбах более 15 якутян, пропавших или погибших на поле войны. Мы предоставили родственникам, где и в каких областях в братской могиле захоронены их судьбы. И 5 семьям удалось к ним съездить в разные области. Вот, например, родственники Байшева Егора Семеновича, братья Кычкина, съездили к нему в Волгоградскую область, город Ленинский. Им удалось даже принять участие в главном параде города. И с той поездки они даже привезли нам землю. Кини Краснодарской крайга хутор Крикуна Браска могила Камилля хутор. Олинина Эбэвит Дмитрия Мария Никонтьевна кини хосахэбит тэрэвит Аллахыттан борын бербитэ. Онна хосахэбит Камилля хутор Сергер борын бербитбит. Ии хосахэбит атын мемориальны доскаға сурубыттара. Хосахэбит ики агысыз оған үхіз стрыкова полкаға сыллан Сарит-Алан-Нагарахтуда. Вот перед нами порохом пропахшие письма учителя воина Гаврила Афанасия Дарбасова. Он наш земляк, учитель, отец семьи, призван на фронт 1941 года. Вот перед нами порохом пропахшие письма учителя воина Гаврила Афанасия Дарбасова. Он наш земляк, учитель, отец семьи, призван на фронт в сентябре 1941 года. Дарбасов служил в Забайкальском, на Забайкальских фронтах и не вернулся в родные края, пал смертью храбрых на поле боя. Вот треугольнички с войны. Полевая почта 118-43В. Дата отправления 20 июля 44 года, а прибыл в Якутии 1 сентября 44 года. Они просто сложены в треугольнички. Вот так. Красным отмечено это означало, что письмо прошло цензурный контроль. 1941 по 44 года он постоянно писал школьникам семье письма. Школьник пишет школьникам. Вот тут. Школьник Тергопене, Дергамин, Аппатан, Октябрь, Хюбелта, Салатол, Бутун, Кюн, Уаттах, Тюленнях, Кавалеристической, Коммунистической, Привет, Татердин. И пишет жене Аграфине Степановне. Груня Саана Раттанан, ВКПшленан, кандидатнан Кир, Минтьербер, кандидатская билетта, Болан, Той. Пишет 1943 году, 7 октября. Мы, красные следопыты, принимаем активное участие в мероприятиях и встречах с ветеранами тыла и детьми войны. Чтобы увековечить память о безвести пропавших воинов в годы Великой Отечественной войны, в 2019-20 годах опубликовались статьи в книгах «Дети войны» Дарины Туймада «Мы – дети-победители». В 2018 году наш музей выиграл грант президента Российской Федерации по республиканскому проекту «Мой дедушка – неизвестный солдат».
А в 2020 году, благодаря неустанной работе следопытов «Прекрасный следопыт», мы заняли второе место во всероссийском конкурсе и выиграли грант в размере 300 тысяч рублей. В этом году мы участвовали во всероссийском конкурсе «Неизвестный солдат» на Дальневосточном федеральном округе, заняли первое место и признаны самым лучшим музеем. Биги музей бите интересный был день, барта хагас көрүргө курдук. Ого илитинен Тутанхамон көрөн дүр та манна ото кайсыларынан арыксан туралар. Оскола бу хеттон бир саан саан улахынан арын оскола хебеске кемге үлелебите. Олигин бес манна хебеске оскола историетин туунан экспонаттар элбектер. Колобур бо оскола олхагана оголор олорон үйренер парталара мас мажут бөгөтага маханан оңолубут онна бо колобур бо оголор оскола айжар сумкалара бо сумкалара так үйренмит учебниктара бо урлахталар оголор мен көрдүнөр туттунна Тутанхамон Белистиндер ди. Барда хебеске хою сагынагы. Хебеске хою сагынагылар бу барда. Бегону салтуны сылар дагы. Да. А на витрине учителя с гордостью можете увидеть документы и партийные билеты бывшего директора Недосековой Татьяны Даниловны и учителя истории Михайловой Елены Ивановны. Вот дневник отличницы по УВР Ермолаевой Евгении Владимировны, ученицы 5 класса Ельцовой Жени. Здесь денежные купюры и монеты. К нам приходят дети и с удивлением смотрят на 100-тысячные купюры. Им очень нравится наблюдать и смотреть на эти купюры. Вот раритетные фотоаппараты советского гражданина, рассказывающие об увлечениях в свободное время. Это все не просто предметы. Это история нашего образования, нашего Отечества. Показана радио-аудио ТВ аппаратура советского времени. В 18 веке музыку слушали на патефоне с ручным приводом. С 19 века на электрическом проигрывателе. Граммофоне с грампластинками. Пластинки выпускались и жесткие, и гибкие. В нашем музее есть 4 проигрывателя. Все в рабочем состоянии. Самый старинный проигрыватель 60-х годов. Подарок Уварского Кеши ученика 6 класса. Нам очень нравится слушать пластинки во время музейных уроков. У нас в музее имеется магнитофон с кассетной лентой. Тоже в рабочем состоянии. Всю эту аппаратуру производили только в Союзе, так как граница была закрыта. И даже имена радиоприемников «Альпинист», «Сибиряк», «Том» говорят об этом. Кино в те годы показывали на таких киноаппаратах с бобинной лентой. Детям тоже показывали такие мультфильмы на киноаппаратах от ленты мультфильмов. В семьях, в школах показывали диафильмы на диапроекторах. Вот ленты диафильмов. В 90-е годы стали продавать видеомагнитофоны и видеокассеты. Оригинальные гриты на лосо. Анабет тигар кайар боллака бу саха омук төрүт туттар ийден комон керебитти. Бу уголок плана бес колабытыгар фүрбе хетте арас омук о тылынан хаңарар оголор үйренелер. Оскола бұтыр түхінші тоғыз сүйсүр бебес үйрен әтші үйрен әтжалар. Онын бұ оғылар оғылар хиддерін хақа үйрен тұғынан үшуеді білінлер, үйреттінлер ден бұ хақа үйрен историетін кәпсер экспозиция. Историетін тұғынан маны тағынан хақалар жа ұры тұттақ
хаптаг живут бо терилере урлан тораллар эми агастык мана оглор эми сурдан терилерге тутан хаван кораллар онна үйөрөтөлөр да жоларын бу колобор буларга үрбесилер да 19 сылар да жоонун ититилер түк түк ээ бу баланы сыла бар мандык бала бар мандык тоорактар кутандар оргуталлар эбит бу кытты көрүн маны бэлере хахалар бар на илилерне туттар таланнах жоннор инженеран бэлере таптаян оор оор бут кытты дара бу барда хантан келер Христина Ивановна бу маны бартын беги оттан оолор да калалар терапевттер даны агалалар оннатын оттотиник ким маны белектен муннан деле тәрибеппит. Холобор бу фарфоровый иттери болана барашка Александр тәрибеппит бу алтабыта. Эп ондан манна бир интерене бу мана олор урку кемге сахар бүтүн таас курдук болар эте. Ону биле тоёр бу сахар тоёр тәрил. Онтан бу болана урушной баттакыр машинка. Ого, мене, вони мені голову боровала, кора є, дає, дає. У мене все гетунти з лахтан лилливий по пліточний чай. Бо в мене бу чай, в мене того там заваркала гелер була. Так, мене та нам бо сахава мук була, вона бульту на джерграм бі барвлєві. Олім бо коловр курпаску чучали товар, бо охотничай білеттер, інден курду бойна мене, бо кубак тебетіні муға, кубака таға, муқтар әңгінері балыр чітін курда. Онтан бұл бұларға тәрет бұларға қолығыр, бұл маңынан оңғылы бұл бұл чороғынлар, балыр, ұғайылар, күтейілар. Деті бары табиғыда дұғыр. Урку кемнадин кепсир. Онтан бу жеке бардак бетне болган холо бу русский культурадан келбит. Холо бу матрешкалар бит. Бу овощлар, нендер, бу самовар, бу подстаканник деген. Он бар тагас турар болар петушок кемпит. Мана оолор сийхатандар инде. Хайырлар атаны кай эдүлөр. Чтобы куда бывало, да, без сахара сирин, тоже культура, ты уверен, экспозиция. И все российское конкурс, где был рын билет биттере, лучший уголок, были кое, это без юбилей гарана лучший уголок, Великой Отечественной войны день. Он на тебе был уголок под эти икисмистерный лан, Үсүстүнчө тоолор кепсептен күнү үсүстүнчө грант албыппыт. Ол грамматынан же бу орттехникалар атылганда музей бүтүн таларымыппыт. Таларымыппыт онна виртуальный музей орбыппыт. Маны баланы куярнымга кантан багарат кийин көрүп кылсап. Виртуальный якучи сайтыгар бар. 26 школа. Ден Антон Сылката болған биосколов сайтығар бар. Оның көріңі бағалыста кейлін серге көрі құтынсы. Антон, бұйыл болғаны ұтылды бұд музей, туақ болғаны конкурс болғаны, всероссийский конкурс поисковых работ «Неизвестный солдат» дейді.
ровно как раз беги олар бы тети код бить следопыта олар боландар без вести супит бойнары код дюрнен дерегравит блин интернетнен оварта сатыр ки барта сатыр иньягананча он там код дэмит хюрбетча кейне жылғаларын барды бұтқанды көмілі аталарын онны барандар ете бес семья баран кәлелер тұрықтыр бұ пандемияннан мен мәйдетенер көйім бар бақай жылар онны бұл бұтадырыстар бітейінген аймақтар көрем үталы бұт онын шекендер хауге қайылар болады онын бұл ол хаған ағы оғылар білейін ағы 15 тәрінайын тақы бұт жылар Әме хаста жынлар болады. Олар болағыны де білі өппет ағаларын, ұрағы өппет ағаларын де бұл ұқтарын аға бағыралар, онына көнір тұрар әрдіқпін, ғыджар әрдіқпін бар әджеметі де. Бір Парфенова әме ветерантылы көте болағына ағатын Украинаттан бұл бұтпыт. Ол Украина болағына байынай балығыны тұғырғанын бағай болан көйен бар баққа тұқты бөл, ханар көбе ғаджарық ғаджақты деді. Осын жәнеде. Оғылыр бәйелері өрінәтшілер үнілі әлдер болаға де, поискови отряд дейді. Оттан бұл музейінен күл қол жеттен поискови отряд тәқпет. Олай клуб, ол клуб бұтығары үші үскілуіні оғылыр өрінелдер. Баста көкілуіне оғыларын болағына ұсқолан бетеленерді студиеннар. Кенілер болағына бастан хағылыларын сағына бетеленер әлбәқтер әте, өттіхін бағылар әте. Олығын болағына ұғыларыға баранлар ол бетеленері көсін, интервью олған, кейіне бағысты бұттара. Ол кейінелерін оңына ол бетеленерге бәлері біліқтен, өрігі бағыны өріқтілер әте бетеленер бет. Бұл сентраны оқырып бетеленері, мантан өксілері қоқтар білген, конечно, онына ол білген олейін соқтарын бұғытынан, ветераны тұйла, оны сәрі оғылары дейінлерден әвәсті бейге. Оттан бейге бұл екі ғыл ұстата музей бұт көйіта, музейері оғылары онына бейге әйтеге біттен бол бата, бейге қаманына түріпеттер, оны классылай атшылара, бар көмілі әлілер, бар көмілі әметті кенілер ұстабы қайы бұд, көмілі әлілер үнтікаға үнегінен. Бұл бі көйілер бұд, бі ұскола бұд, бары бұд, сетегейті болар. Ол сүшігей, Христиан Ивановна бүйінгі бұн алыс тұхала әндіргені экскурсия неген, бұлар бейхар ебітін неген мақтына бұд. Өстедан үлігі қамнас көтіпті бұл сайды тұрдуын, ұсқолы хайды тұрдуын, оннатын оғылар көдағаны, бұл маңы историяны білер, олыс надылақ темін бұл хаучығы үліңі үйді сұндырайып кеттемін олық тұғы көрді бұтынтын көрәшілік біттанымен астын бұттыра болу, сәргей бұттыра болу, оны әге музей күт әлбәк бұл сахабыстерігер бүттін қолы бұр болар дене тек құмарығын мақтанамын. Әге қамен мақ Thank you.